27 июля в 3 часа 9 минут на пульт пожарной охраны поступило сообщение о пожаре в деревне Дуртмунча. По прибытию на место было установлено, что в одном из домовладений горят сарай, гараж и баня. В результате пожара они сгорели. На площади 124 квадратных метра. Погибших и пострадавших нет. Предварительная причина пожара – неисправность отопительных печей бани.